зовут Денис, я инициатор проекта Югерс. Модель, шкатулка для каких-нибудь мелочей или визиток. В этой модели есть две вот этих сменных панельки коробочка. Есть с вырезом под визитки, без него. В данном случае без выреза. Вот. В ней уже после сборки желательно смазать вот этот вот рычаг весь свечкой, чтобы он как бы лучше работал. Вот эта вот планочка, вот эта боковая, она отвечает за открывание как бы коробка. Без нее коробок вообще не открывается, да? Если ее, допустим, если она у вас торчит вот так вот вверх, вот так она получается установлена, вы ее установили вот так, грубо говоря. Ну, это я уже сильно так, конечно, ну, специально. То коробок открывается чуть-чуть, он как бы недооткрывается. Если сильно вниз, то он будет сильно открываться. Она должна быть просто ровно стоять. Также здесь тоже смазана вот эта маленькая шестереночка. Внутри коробка как бы вот эти шипы, такие специальные упорчики, они засунуты до конца. Даже там в инструкции показано хелпером, специально они дожимаются. Вот, они не торчат внутрь коробка там особо как-то сильно. Хотя в данном случае они как раз чуть-чуть торчат, но это кто-то собирал. Вот. Вот это соединение надо, чтобы оно было относительно свободно вот здесь, не было прижато друг к другу. То есть вот здесь, чтобы этот рычаг не тер большое колесо. Ну, по сути, во всех наших моделях основная проблема — это какое-то трение, где-то боковое трение, которого не должно быть. То есть вот этот рычаг, он должен свободно ходить и вот создавать такую штуку. Правильно собранная шкатулка, она сама возвращается. Плавненько закрывается. Потом еще делать так. Раз, два, три. Самая первая наша модель, с которой мы начинали работу. Тоже одна из самых простых. Подходит в офис, в какие-то вот такие, на стол кому-то поставить.